Привет, YouTube. Время без 20:12, и я рад тебя всех вас видеть там. Тебя и вас, и их, и ее, и его, и их, и оно. Пора покушать. Как ты считаешь, что мы с тобой будем кушать? А, ну там спойлер, наверное, уже в названии. Мама, такую маму мы с тобой еще не ели. Йоу! Субмарин. Карри, конечно. Yellow карри. Желтая карри. От компании Jumbo Pack. А вот здесь нам на православном языке написано. Экспортируется более чем 60 стран мира. Мира. 60 стран. Стран их. Здесь поговорим, даже попробуем что-нибудь разобрать. 400 килоджоул. Да. 401 килокалория. Что же? Что-то такое. Вот такая красивая пачечка. Мама! Мама! Все любят маму, так. Ну пойдем заварим, попробуем. О, пачка быстрее нас летает с тобой. А, божественные звуки. Что у нас тут? Чашку возьмем. Одну-две. Одну-две. Раз-два возьмем чашек. Вот так красиво все выглядит. Ну, конечно, это если ты допилишь это все. Заваривать с водой надо будем. Хочу супа сегодня. О! Что? Сейчас скажу, что о. Она, зацени, как обжаренная. Сразу видно, что прям пожарили, так пожарили. Давай понюхаем. Да. Пожарили нормально. Прям пожарили, блин. И тут группа вот такая пакетосов. Пакетов раз, два, трех. В размере трех пакетов. Здесь у нас сухая субстанция какая-то. Наверное, перчик и карри. Суповая основа. О, пахнет той травой, которая мне не нравится, которая любой винаде не нравится. Розмарин, что ли, что-то такое. Так, тут жиденький пакетик, мы его сверху положим. Здесь сыпучий. Тут еще какой-то порошок белый, неизвестного происхождения. А этот пакет Дабо Растайл мы сверху положим, когда заварим. Давай заваривать. Наслаждайся звуками. Да, его как суп надо делать, смотри, прямо это. Понюхать. А, блин, а пахнет офигеть можно просто. Божественный запах. Так ложим сверху, и пусть он подтаивает у нас с тобой. Что-то запотел там весь. Взял я еще сразу два хлебца. Если там перца нету, я взял вот такой домашний чили перец. Это домашний, я у людей купил, которые сами вырастили его. И попробуем сегодня, это же тайская лапша, если я тебе не сказал, сорян. Попробуем палками есть, но я хрен его знает, я что-то разучился ими есть. И держу неправильно, кстати. Я вот так на безымянном пальце правильно держать, а она мне вон туда сползает почему-то, эта палка все время нахрен. Вот такие палочки блатные, ё-моё. Ну попробуем, попробовать. Ну я возьму еще с собой вилку, если не получится что-то. Ну ты себе чего-нибудь принеси и увидимся, когда заварится. Отдыхай. Ну что, прошло минут 10, друзья мои, наверное, я надеюсь, что все готово у нас. Готово, само изготовилось. Сейчас мы растеребонькаем хорошенько пакетик, чтобы там растворились все эти штуки, ингредиенты. Он у нас подтаял, хорошо. Так, тут соус с солью. Вот соль, соль, не знаю, соль. Часть пакета осталась. Блин, я вилку забыл взять. Вдруг я палками не смогу сейчас есть. Я знаю, что я неправильно палки держу, так что там не бомби в комментариях. Для так я не научился правильно их держать. По-моему, палками я не смогу поесть. Пойди, как же я их держал? Я же умел. Не, нахер, короче. Возьму я вилку, пока не научусь палками жрать, блин, нормально. Чуждо все-таки это. Давай понюхаем. Пахнет вкусно. Тимьяном этим или чем-то оно так сильно уже не пахнет. Я еще принес, притаранил вот такой сорок дружбы. Я его расчленил уже, чтобы просто тебе показать, что это именно дружба. Ну, не уверен, конечно, что это именно та дружба, которая в Советском Союзе дружба была когда-то. А давай попробуем сразу его. Всем, кто кушает полезного аппетита, давай дружбу попробуем. Нет, конечно, это не то. Так, вилкой привычнее. Очень вкусно. Такой сливочный бульон, давай пивнем. Да, на высоте. Но больницей пахнет по-прежнему. Остроты я не чувствую особо здесь, поэтому кусаем. Вот так. Еще я принес вот такое молочко, домик в деревне, 2,5%. По вкусу как топтеное. Спасибо бабушке, видишь? Не реклама. Рекламы пока нигде нету у Макса. Перца здесь мало. Сырка давай. Пошла жиличка. Пивнем. Вот редко все в норме, всего хватает. Единственное, что меня смущает, это больничный запах. Это вот какая-то приправа тайская вот эта. И она очень обжаренная, видать, на палевом масле. Видишь, она коричневая эта лапша.
до второго лица добрались. И перца. Надо кусать перца обязательно. С сыром. Ну, от сыра только название осталось, дружба. Перчик припекает. А это Любовь Геннадьевне оставим попробовать. Убираем, пока не доели. А мне надо будет вот этот салат еще доесть. Вот такой салат. Но это я уже без тебя на работу доедать. Просто я тебе показываю, что я догоняюсь. Любовь Геннадьевна делала. Салатик. Хороший салатик, но с майонезом, поэтому он не лайтовый. Ну что, я в одно лицо буду доедать. Тут перец да еще надо. Вот с таким количеством семян. Хоть бы во мне не проросли. Потом я попью вот это молочко. Давай я при тебе пивну. Вот очень похоже на топленое прям. Мне нравится это молочко. Ну что, а ты пока не скучай, не грусти. Скоро мы всем в гости жди. Береги себя, всем близких. Здоровья всем. Пока.